Добрый вечер, дорогие друзья. Мы привезли вам горячий привет из солнечной Алматы, из Казахстана, замечательному, любимому нами, горячо любимому нами городу Зеленограду. Сегодня для нас очень ответственное выступление, потому что мы знаем, что Зеленоград – это центр, интеллектуальный центр в Московской области. Вот. Перед интеллектуалами всегда очень ответственно и трудно выступать. Но мы попытаемся преодолеть нашу робость и попытаемся делать все, чтобы вам было тоже хорошо, комфортно и приятно. Мы сегодня попоем как собственные песни, так и песни хорошо вам известные. Итак, первая песня, как бы привет из нашего города, из Алматы. Она так и называется «Алмата». Сладко, и на синовал глядит украдка.
сына варенья и есть стельчий мой. Я рекламой перепачкан, я как голой жвачкой. Сегодня ночью тихо пробралась хозяйки дочка. И была она намного лучше без своей ночной сорочки. Жалкие бедные громко стали ночи, когда дверь в моем сердце распахнула она. Светлые эхо взлетели с отдыхающей, чтобы искать живущего в доме колдуна. Космос такой дороги, обжигая всю ночь, мы с ней пили звезды, значит, были чем королей. Между войной и любовью болтавшийся мир, оторвавшись от Марса к Венере летел. Улыбаясь, как блажен. Если бы не это лето, я бы скис в утробе интернета. И болел бы от укуса бешеной собаки в область гнезда. Всегда прощаясь с интеллектом. Я бы тихо жил в том мире, не всегда великий. Где клянут судьбу глухие, что молчат сирые золотые. Заменяется шелком. Днем у небесы, как тараканы лежат, до рассвета мы хранили их любовью своей. Свет отвела свой дрянной лунатический взгляд, задрожала и шипя отползла от дверей. Взревший на сердце нарыв, полный яда любви, к одному лишь себе я иглой проколол. Эту простую иглу с золотым острием прошлой ночи я здесь, что беседа нашел. Ла-ла-ла-ла.
не знаю, чтобы более ближе познакомились, можно нам прислать записки. То есть есть такая вот традиция, где была давным-давно, но можно его возродить. Если у вас какие-то вопросы к нам, какие-то предложения, пожалуйста, можете писать нам записки. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Сейчас мы исполним песню под названием «Анна». Эта песня заняла 2 года назад 5-е место в британском хит-параде, совершенно неожиданно для нас. В общем, очень лирическая песня о любви под названием «Анна». Сквозь кабельно!
Сейчас мы с вами еще одну песенку, но она такая проблематичная песня для многих молодых людей, которые вдруг решили играть рок-н-ролл, а он сегодня, оказывается, никому не нужен. Ну, не секрет, что сегодня на сцене в основном кто? Ну, сами знаете, как их называют, поющие трусы и так далее. Вот эта песня про того парня, который искренне верил в настоящую музыку, и вот что, в общем, получилось. Называется она «Опоздавший герой рок-н-ролла». Он сидит в своем сарае и играет рок-н-ролл. Дядя Боря с дочкой как-то раз достал из пыли радио и пластинки, кофе, рок-н-ролл. Моряком он был за гранью и ходил на джек-лау. Парень слушался песни и понимает, что попал. Зеленами в его сердце дивидан ложили звуки, и из них рождалась радость, боль и творческие муки. Ночью спился ему сон, едет, едет, но в столицу, чтоб играть в рок-н-ролл. Знал корявых три аккорда. Это был какой-то вечер 58-го года. А для парня тот подарок, как пузырь для дяди Бори. И не хуже, чем Сантан, стал играть в этой истории. Снова снился ему сон, едет, едет, едет он, едет, едет он в столицу, чтобы играть рок-н-ролл. Едет, едет, едет он, едет, едет, едет он, в столицу, чтобы играть рок-н-ролл. И настал заветный день, он рванул огромный город, где играют рок. Сагарен, как порох, там аквариум и галит, ДДТ, спрыты и чаев. Там все будет, как по нотам, там вообще все будет в кайф. Его встретят, как родного, его песням будут рады. Он изменит этот мир, эй, попса, держите сигары. Едет, 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 едет он, едет, едет, едет он, едет, едет он в столицу, чтобы играть рок-н-ролл. Чтобы играть рок-н-ролл, возрастать, рок-н-ролл, возрастать, рок-н-ролл! Несколько песен известных и приписка: пожалуйста, исполните раньше, мы сбежали к вам из больницы. Сразу же у всех вопрос: из какой больницы? То есть по какому профилю это больница? Так, ну вы знаете, мы сейчас мы посовещаемся, ладно? Ну, сейчас у нас по плану... Хотел взять кинцов. Да. Песня под названием «Никого в облаках».
это тоже лирическая песня. Я так понимаю, что сегодня мы будем петь, практически такие, лирику, спокойную, без особого драйва, чтобы... Ничего, мы, я думаю, мы потерпим этого парня, этого красавца, который всем своим видом показывает, что он играет только очень жесткую музыку, а сет потерпит. Видишь, к нам даже из больницы сбежали. Поэтому что-нибудь...
Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять порубят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я повернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который за Рахманов был убит. Шинель и лодка ПМШ, а я стоял едва дыша, и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды испить, потом сказал: присядь, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. Говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе его снаряд попал. Тут его взгляд забычен стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я не шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит переваги. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал, горячим страстным взглядом дед меня сверлил. Тебе со стороны взглянуть, мой внук, на жизнь не твоей суть, и ты тогда совсем не так все говорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших слов за хлеб и зрелище не сток? Мы погибали под огнем фашистских крыс. Эх, не доби вернулась, тогда вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже рассвет ходил мой дом, и перед птицы за окном солдат исчез, и я вдруг начал понимать, в любом из нас нет война. Не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас нет война, не знаю, чья в этом вина, но нам нельзя ее, ребята, проиграть. Скорейшего выздоровления. Да. Ну и всем остальным, конечно же, не болеть. Сергей, где вы начали? Твоя записка. Вот тут у нас все-таки просто песни здравия. Ну сейчас мы разберемся. Заранее спасибо. Спасибо. Следующая песня — это совсем новая вещь, но на. Песня о войне довольно старая вещь наша, а эта песня под названием «Брестские крепости» была написана совсем недавно, буквально перед 9 мая. Вот. Ну, в общем, песня под названием «Брестские». Сергей, у меня реверба очень много. Убери, пожалуйста, из монитора. Спасибо. Нас никто штурмом не брал. Все ворота мы сами открыли, даже тем, кто до крови кусал, без враждебности жить предложили. Они были поражены тем, что мы безрассудно беспечны, что придуманы комплексы вины так покорно
нам свалили на плечи, а вины насчитали нам лесть. Это он и надменно Европы, это наш азиатский замес. И масштабище наши циклопи, продолжая к нам дом проникать, многоопытная за граница стала нас у корней погрызать. Без корней легче договориться. Она скрыла ученых и врачей, придушила кинематограф, обглодала учителей и свой глобус пробил географ. Прогрызала дыры в мозгах, чтобы тряпки туда, как на фантист, наша воля опалась в швах и совсем продырявилась в память. И когда уже стали глаза наживать наступая нелепость, я решил, что тогда же нельзя, превратился в пресс свою крепость. На клочке материнской земли я твердил в круговой обороне, чтоб хотя бы миллионы смогли оккупантов вытоптать кони, чтоб хотя бы детей не отдать, у обыпить в садомитской культуре. Мне раньше пойти на релакс, но нас очень и грабанули. Мир плясал вокруг дудки и врага, и предатели слать жировали. У нацистов огребли рога, и в еротивые попивали. И касалась до пропасти шаг, и когда эта пропасть разрезлась, у него взвился вдруг родины флаг. Это билась еще одна крепость, и другие бились вдали, все в дыму, но полные жизни, значит, всех подкосить не смогли. Благодетели нашей отчизны, и я понял, дайте нам срок, мы сметем этой нечисти лора. Наш народ не сотрет порошок, его можно стереть только в порох. Не дай бог вам с огнем лезть к нему, проверять того пороха силу. Он врагов не бьет по одному, он их рейками ловит в могилу. Но уродов ни впрок не пошел, ведь спустя всего два поколения новый рейк у порога расцвел. Хоть в Гане и Павиновения столько раз объяснять дуракам, наших дедов слова повторяя, мы все выплаты вам по счетам совершаем 9 мая. Что ж, опять объясним дуракам, наших дедов слова повторяя, мы всегда по любым вам заплатим счета каждый раз 9 мая. 9 мая. Oh,
осторожно по приводу, и ночь под луном кажется темнее, который месяц не снимая гимнастерку, который месяц не расстегивая ремни. Есть у меня за пальцы и за нас наряда, и сети вышли там, души списаются, солдат лишнего, и мужества не надо. Махнем не глядя, как на броте говорят, солдат хранит кармане высушить шинели, письмо от матери до родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце как концы не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем, идти в огонь, и ты идем прямо так. Давай с тобой поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на палочке говорят. Расставаться не скорбя, вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще не снятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Зачем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на пороте говорят. Покуда над землей еще не снятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Зачем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на пороте говорят. Спасибо, представитель наших музыкантов. Напомню, что мы группа «Мотороллер». Вот. И у нас на гитаре играет Асен. На барабанах Артем. Стас на бас-гитаре. Семен на клавиши. А меня зовут Ильяс. Все очень просто. Очень приятно. Мы продолжаем военную тематику. Печаль степи.
сплетались мы в пыли. Стрейка и блокнота, поток из пулемета, сквозь огонь в стужу мы прошли. Без блока, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Улетись на повод, за военный провод, за удва, за эгу, за успех. Как мы чуть толкали, как мешком шагали, как мы успевали раньше всех. От ветров и водки стыли наши лодки, но мы скажем тем, кто упрекнет. Старших поночуйте, старших покачуйте, старших повоюйте хоть бы год. А там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапедранам и с одним наганом мы первыми врывались в города. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Отцовского наследства он тебе объедочки отдал.
рвутся на город злато, и каменье пломится в подвал. У тебя высосет, как водку, ты заешь твоей женой. Если ты вот сейчас не свалишь, не останешься живой. А еще есть документик, что тебе не брат он никакой. Ты не трусь, что он станет драться, только пусть шевельнет рукой. Иностранная моя вся дружно станет за тебя стеной. Заступится, кто слабый и обиженный судьбой. Ну, сидел младший брат Кончайни, он схватил камень да топор. Выйду, брат, пусть он вот зарубит собаку и подшёл забор. Я себе родовой спилил на дом, и мужик и упал во двор. И забор пламенем объятый подпалил дом его и сад. Был несчастный подшипник, смотрит, черти во дворе кишат. Бросит душа, а на теле посевели, огонь раздушный шат. Все в добро, с деньгами мешок, а тот, кого он приютил, жену за косы в поле поволок. И к утру богатая усадьба превратилась в уголек. С той поры пролетели годы, младший брат жив да не здоров. Выгостранит, у черта служит главным помытью полов. Все понять не может, как он наломал таких ужасных дров. Плачет об том, где были счастье, брат, семья и милый гроб. Черти вечно ищут те места, где созревают дураки. Ладно, давайте мы уложим записки, все-таки я сам попросил писать их. Итак, ну, с нашими землячками все понятно, пошли на процедуры. Так, нас просят петь песню из репертуара Муслима Магомаева. Ну, давайте, споем песню из репертуара Муслима Магомаева. Песня под названием «Будь со мной». Вообще-то делаем крайне редко, ну, когда поем свои песни, ну... Ну, ладно, можно подумать, что мы ломаемся. Ладно, мы не ломаемся. Мы поем их часто. И сейчас будем пробовать. На пути своем ты пришла, как мечта давнего сна. В целом мире с тех пор только мы вдвоем.
родом дом. Только крепче любовь с каждым сном.
исполни, пожалуйста, песню «От Бишкека до Алматы» — это наша песня. Мы ее сейчас буквально исполним, совсем уже скоро. А сейчас прозвучит песня под названием «Русский и азиат». Азиатские ливы и хайвы, он не терпит больших скоростей.
Правый
Спасибо, дорогие друзья. Перед вами выступала сегодня группа «Монороллер» из Алматы. Спасибо большое.